Ближе к абонентам оплачивать за воду стало еще удобнее. Во всех абоноделах инфоксотоканала появились платежные терминалы. Не посещая абонаделы, не стоя в банковских очередях, для этого можно воспользоваться банковскими терминалами. Они есть во всех торговых организациях. С сегодняшнего дня они начинают свою работу во всех абонентских отделах компании инфоксотоканал. У нас установлены терминалы оплаты, с помощью которых можно оплатить за воду и канализацию. Оплачивать за воду и канализацию через такие терминалы просто, удобно и быстро. Заходим в терминал, выбираем коммунальные платежи. Вот здесь у нас есть вода и канализация. Выбираем филиал инфоксводоканал. Для того, чтобы оплатить и воспользоваться терминалом, абоненту достаточно знать свой маш-код, который есть на счетах, которые инфоксводоканал разносит ежемесячно. Или человеку достаточно иметь улицу, дом, квартиру, знать свою фамилию, тогда он может сделать поиск по реквизитам, найти себя и произвести оплату. Комиссия за услугу 0 гривен. Вставляем денежку. Оплата прошла, печатаем чек. В принципе, все довольно просто, удобно, главное, бесплатно. Инфоксотоканал постоянно разрабатывает новые механизмы удобной работы с абонентами. К примеру, запущенный колл-центр позволяет быстро и своевременно устранять все проблемы. Операторы по номеру 705-5505 круглосуточно общаются с абонентами, принимают жалобы, собирают информацию о поломках и данные по водомерам. На сегодняшний день больше половины всех взаимоотношений с инфоксводоканалом можно совершать, не выходя из дому, не посещая абонентский отдел. Для этого мы разработали личный кабинет, он успешно функционирует. Для этого есть тот же телефонный набор сервисов, есть смс-информирование. Абонент может совершенно спокойно выполнить самые главные свои обязанности. Это первое. До 28 числа каждого месяца сообщить показания своих водомеров. Для чего? Это нужно для того, чтобы компания знала, сколько потребил абонент воды и выставила ему корректный счет. Лишь своевременная до 28 числа каждого месяца оплата за услуги пользования водой гарантирует надежное получение качественных услуг. Сделать это можно и на официальном сайте водоканала с помощью любой банковской карты. Дарья Сидоровская, Алексей Мураховский, Думская ТВ.